это? Что это? Посмотрите на их АВМы! Ну я не знаю, у меня просто нету слов. Вот страшно. Джит растворили! Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и то, что происходит сейчас, это просто полнейший лютейший трэш, потому что против нас попался нахрен клан читеров, посмотрите на их ники, не читер, читер, я читер, они читеры, читер, я не пойму, кто читер, но кто-то из них по-любому читер. У них есть бесконечные хаешки, у них есть разные читы, автонаводка и так далее. Блин, пацаны, ну это просто полнейший лютейший трэш, я очень надеюсь, что мы сможем все-таки их затащить, киборги, пожалуйста, помните, мы сила, то есть за нас прямо сейчас играет 3 киборга, а даже 4 киборга, Интер просто не в клане, и мы должны, пацаны, сделать историю, мы должны сделать легенду. Залетай на стендов XXX, бесплатные кейсы каждые 2 часа, лучший дроп, быстрый вывод, наличие увлекательной мини-игры Минер, а также контрактов. Крафти кейсы на стендов 3X. Смотри описание, там ты найдешь промокод на 30% к пополнению и ссылочку на сам проект. 99,9, что не читеры, нахрен! Опа! О, я одного замочил! Прикройте любой ценой мою жопу! Прикройте, я сказал! Ёханый бабай! Ну конечно, конечно, мы проиграли! А, я еще и на первом месте, я просто балдею. Да, пацаны, кажись, это будет позор. Попались против голимых читеров. Ну, ребят, ну ясен пень, у них там есть автонаводки и прочие читы. Ну, блин, ну дайте нормально поиграть. Пацаны, вот если вы против читеров, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК, потому что читеры, блин, гореть вам в аду, говнюки. Тише, ёханый бабай. У меня габелла. Ох, нормально. Ай, мне жопа. Мне попа. Мне полная попа. Я слышу, кто-то шагает. Мама, я хочу к тебе. Тише, тише, никого нет, никого нет. Никого нет, пацаны, нормально. Нормально, нормально, нормально. Срочно убегаю на их респ. Мы один на один остались. Сейчас проверю, это читы или нет. Что это? Что это? Подождите, это рофл какой-то. Это просто какой-то полнейший рофл. Что это? Ни хрена себе, у него керамбит голд был. Видели? У него был керамбит голд. У них золотые гранаты! Не, ребят, вот таких читеров надо банить навсегда. Куда мы, блин, троем запрятались сюда? Так, а ну-ка. Ёханый бабай, кого-то уже убили при помощи АВМа. Ёлки-палки. Пацаны, Эдга Белла. Встречаем их. Давай, встречаем! Забрал, хорош. Красавчики, играем дальше. Ёханый бабай, я один остался. Я один остался! Нормально, минус 2! Тупо на опыте забрал, на опыте, на опыте, на опыте! Просто, ребят, я машина по убийству читеров! Так. Ни хрена себе! Я сейчас всю их команду разложу! Так. Пацаны, я просто в шоке, вот это я в ударе, конечно! А! Ни хрена себе! Я им всю команду разложил! А чё это? Это тре... Что это? Мать моя женщина! Читеры, блин, удалите читы нахрен! Я, блин, вас не люблю! О, читеры, ох, читеры! Так, пацаны. Я в шоке. Так, время вышло, да? А! Давай! 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 Мы выиграли! Я опять затащил, прикиньте! Ни хрена себе! Посмотрите на их АВМы! Ну я не знаю, у меня просто нету слов. Так. На, забрал! Нифига себе, я в ударе, пацаны, 9 кило уже настрелял! Вот это я машина! Нормально, 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 пацаны. Просто я машина. Я понял. Трэшер Хантер! Трэшер Что происходит? Остановите мир, я сойду. Там у них Трэшер Хантер уже появился. Я все понимаю. Я сильно-пресильно извиняюсь. Ну, пожалуйста, ребят. Остановите этот мир, я сойду. Я такое вижу впервые в своей жизни. Так. Понятно, уже минус 2. А! Да как через стенку, Трэшер Хантер? Да чувак, читы выключай. Не, ребят, вот это явно читеры. Ну видели Трэшер Хантером через стенку? Ну, Юникс, ну ты как стреляешь? Юникс, ну сделай это. Ну ура, ура, начали играть. Мужики, я вас прошу, пожалуйста. Ну елки-палки. Ну мы как-то сливаем, пацаны. Ребят, кому не сложно, пожалуйста, прямо сейчас поставьте мне лайк, подпишитесь на канал, если вы против читеров. Но я скажу так, я не люблю читеров. Но поиграть с ними по рофлу, это иногда даже интересно, потому что вы посмотрите. У этих читеров есть такие читы, что я никогда в жизни такого не видел. Вообще ни разу в жизни.
Не, ничего, это рофл, это рофл, это просто рофл. Они граната прям в меня попали, у них ВХ. Видели? Граната прям в меня нахрен попали. Это ВХ. А, все, уже моя команда начинает сливаться, как обычно. Да идите в задницу, читеры галимы! Пишут, у них читы на бесконечной жизни. Мне прям сейчас в чате пишет Интер. Слушайте, а вдруг у них реально еще читы на бесконечной жизни? Так реально, а как играть тогда, если у них бесконечная жизнь? Я просто балдею с этого. Не, пацаны, это нереально. И ровно в том, что не все с одного клана. Я просто в шоке, пацаны. Я в шоке с этого. Пацаны, куда вы идете? Давай, давай, авокадик, подсад, 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 брат. Давай, давай, подсад. Ёханый бабай. О, я забыл бронь купить! Я забыл бронь купить! Я забыл бронь купить! Успею или нет? Ёханый бабай, уже не успею, да? Ой, пацаны. Ой, пацаны, мы сливаемся. Опа, забрал, забрал. Красота, красота. Домой. Второго забрал. Трэшер Хантер, нахрен я подбираю его. А, ну зум. Хорош. Ни хрена себе. Тише. Да иди в задницу, я только Трэшер Хантер подобрал. Дай мне нормально поиграть-то. Мужики, мужики, давайте, давайте, на опыте, на опыте. Возьми там авапер, авапер. Лорд, не крысь, в размен играть, в размен играть. Давайте, мужики, я вас верю. Мы сможем закомбачить. Хорош, красавчики, выиграли, выиграли. Сыграли в размен, выиграли, красавчики. Лорд, что у тебя нахрен вообще такое за оружие? Посмотрите. Я в шоке. Не, ребят, я не знаю, что ждать дальше. Я просто не знаю, что ожидать дальше. Я в шоке. Не, пацаны, это просто самая упоротая ММ в моей жизни. Я такого в жизни не видел. Что происходит? А, это Интер ник поменял на читера. Я уже испугался, я уже думал, читер с их команды зашел к нам в команду. Фух, это Интер с ником читер. Фух, а то мне уже страшно стало. Так, ну что, пацаны, беру АКРчик, беру себе бронежилет и погнали дальше играть. А! Ох, забрал чувака! Опять, блин, посмотри, читерский АВМ! Ну, а, к сожалению, меня тоже забрали. Блин, пацаны. Слушайте, это весело, весело. Пацаны, я верю в вас. Юникс, братан, у тебя тоже читерский АВМ. Ты сможешь это сделать. Давай, давай, дай. Покажи, братан, на что ты способен. Накажи читеров. Давай, 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 давай. Работаем, командная работа. Да как вы так слились? Ну, ребятки, ну 7-2, ну елки-палки. А это А, это А, это А, я вижу, это А. Иди в задницу, иди в задницу. Ох, вот это было страшно. G22 релик. G22 релик! Это читы. Видели? Читы на релик! Я в шоке! Тише. Что? Что? Что это? Мать моя женщина, что? Неплохо. Ребята, что происходит? Чё нахрен? Чё нахрен? Чё нахрен? Сейчас, подожди, я даже закрою, я хочу скрин сделать. Просто скрин на память, я почему вебку отключу. Посмотрите на вот это! Просто скрин на память! Я балдею с этого! Это статрек! Ай, блин! Ай, блин! Я просто в шоке! Кикайте мне, кикайте! Быстрее кикайте мне! Кикайте, 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 кикайте! Надеюсь, мне кикнет, пожалуйста, кикни, 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 кикни! Так, пацаны, а ну-ка! Надеюсь, мне кикнет, пожалуйста, сейчас мне кикнет! Кикни, кикни! Я тебя прошу! Не, не кикнет! Нет, мне не кикнуло! Блин, почему мы чуть гол 3 не слили, фух. Ну хотя бы гол 3, хотя бы это радует. Подождите, а как меня кикнули после того, как закончилась игра? Так, ребят, я все понимаю, но мне немножко плохо, потому что я, блин, не понимаю, что произошло. Меня кикнули после того, как закончилась игра. Не, ребята, я по поводу этого сделаю отдельное видео, это по-любому. Просто по-любому сделаю видео, потому что я такое вижу впервые в своей жизни. Я в шоке.